Зимующим птицам можно помочь, если сделать для них кормушку. Важно, чтобы кормушку не засыпал снег, и она была недоступна для кошек. И, конечно, в кормушке всегда должен быть корм – семечки, проса, хлебные крошки, сушеные ягоды. Птицы, прилетая на кормушку, подарят вам много радости, позволив рассмотреть себя поближе. Внимательно наблюдая за пернатыми, можно увидеть не только знакомых птиц, но и тех, которые встречаются довольно редко. Вот прилетела черноголовая гаечка. У птицы серое оперение, черная головка и белые щечки. Гаечка – небольшая синичка, размером с лазоревку. Эта пестрая птичка немного похожа на воробья, но присмотритесь, на ее голове темно-красная шапочка. Это самочка чечетки. А это самец чечетки. У него ярко-красная шапочка и малиновая грудка. Чечетки кормятся с наземных кормушек и не любят висячие. Среди чечеток ярким желто-зеленым оперением выделяется чиж. У него черная шапочка на голове, желтая грудка, серо-зеленая спинка, а на черных крыльях приметные желтые полоски. Эти птицы крупнее чижа. Их наряд ровного зеленого окраса с красивым желтым отливом, за что их называют зеленушками. Летом, как и многие другие птицы, зеленушки питаются насекомыми, а осенью и зимой – семенами и ягодами. Зеленушки, как и чечетки, охотно собирают корм с земли, но не прилетают к висячим кормушкам. Семечками и орешками на птичьем столе не прочь угоститься сойка. Пока такая крупная птица сидит на кормушке, только очень смелая пичуга решится приблизиться к ней. Вот прилетел большой пестрый дятел. Но и его прогоняет прочь эта сойка. Красавец-снегирь заметно крупнее воробья. Алая, словно наливное яблоко, грудь не даст спутать эту птицу ни с какой другой. Увидеть снегиря – настоящий подарок в серый зимний день.